селе войска российские, без опознавательных знаков, без номерных знаков, без флагов, с шевронами красными на рукавах, с оружием вторглись на территорию Украины вражеские войска. Банда. Это благодаря вот этому шизофренику Карлю Куку, который сидит в Кремле. Суки такие, падли. Школьники написали на асфальте выпуск 2021 года. И вот сегодня, 24 февраля 2022 года, по асфальтной дороге в селе Черниговская область, северная часть Украины, Городинский район, проехали танки. Оставили следы на асфальте. Оккупация Украины идет. Вот такая вот жизнь.